Теперь налоговые декларации нужно подавать не 1, а 31 марта, а подоходный налог необходимо платить до 3 июня. Напомню, сроки подачи документов перенесли по просьбе белорусов, которые работают за границей. Хотелось бы обратить внимание граждан, чтобы они не оттягивали подачу деклараций и уплаты налога на последний день во избежание очередей и других неприятных последствий. Налоговая декларация предоставляется при продаже квартир, домов, автомобилей, а также при доходах, полученных в другом государстве. При этом документ горожане могут отправить как по почте, так и принести в налоговую инспекцию, либо, не выходя из дома, воспользоваться личным кабинетом плательщика. Для этого достаточно один раз прийти в налоговую инспекцию, любую, с паспортом. Ему выдадут логин и пароль, и по этому логину и паролю заходить на официальном сайте Министерства по налогам и сборам налог.gov.by в личный кабинет и подавать декларацию, уплачивать имущественные платежи. Кроме этого, с 2019 года введен экстерриториальный принцип обслуживания физических лиц. Это значит, что белорусы могут подать декларацию в любой налоговый орган, независимо от места регистрации. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.